откуда? Отсюда. Ну нет, оттуда. Оттуда? Пусть выйдут, спокойно. Я не хочу там одна стоять. Пусть выйдут уже окончательно. Какие у вас первые ощущения? Ветер свободы. Ладно, ну, ну подождите, дайте нам до дома добраться. Нет, вообще. Какие выводы, вот какие вкратце за эти два года сделали для себя? То, что свободы у нас нет в стране. Ну, честно, хочется заплакать. Я так сдерживаюсь очень сильно. Ну так заплачь. Нет. Потом поплачу. Нормальное состояние. Грустное, печальное, радость. Нет, печали нет, радости особой тоже нет. Нет особой радости. Да. Почему? Ну, а чему радоваться? Ребята сидят еще до сих пор. Вот тысячи активистов, тысячи абсолютно неравнодушных людей и правозащитные организации. Общественный вердикт, Росузник, комитет 6 мая, за права человека. Алексеева Людмила Михайловна вообще огромную роль сыграла вот, в освобождении Михаила. И если принято решение выпустить этого человека, это, конечно, хорошо, но это никакой не знаковая ситуация изменений к лучшему в нашей стране с правами человека. Столько борьбы, конечно, у Ксении и у правозащитников. В общем, все молодцы. Разрешите, пожалуйста. Пока. Сейчас будет скрыть. Ну, не такой, конечно, но она вот на камеру.